Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер, это у нас игра «Последний день на Земле», и это у нас будет нереально крутой ролик! Это будет что-то внеземное! Это будет загадка, а не ролик! Да, конечно, вы знаете, что это будет рейд! Ничего нового, ничего интересного! Вот знаете, раньше рейд это была такая штука, думали, о, рейд это круто. Сейчас же такой идешь на рейд и понимаешь, что это обыденное дело. Единственное, что привлекает нас в рейде, это вот система рулетки. Потому что неважно, какой у тебя уровень здесь, там 20-й, 50-й, ты все равно думаешь, а что выпадет у Воблера? У Воблера выпало лучше, чем у меня, или хуже, чем у меня? Если лучше, ты такой думаешь, о, бляха-муха, везучий Воблер. А если что-то лучше, ты такой думаешь, блин. Если хуже, ты радуешься. По-любому так происходит, да? Ну что ж, дорогие друзья, это игра Last Day on Earth. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А также хочу напомнить, для тех, кто не в курсе, что у нас пятница, суббота на канале. Это новые игры. Новые игры на канале. Я не обещаю, что игры будут самые свежие. Просто те, в которые я еще не играл. Так что можете написать в комментариях какую-то годную игру, и она будет обязательно на канале, если она достойная. Почему я сейчас приехал не на рейд, а именно за гуманитарным грузом? Я вам хочу сказать, что заметил некий нюанс по гуманитарному грузу. Если он идет, скажем, допустим, час, полчаса, то там обычно лут фигня. Но если гуманитарный груз там 5 минут, 10 минут, то обычно здесь крутая тема, как мне кажется. И по идее, да, так оно должно и получиться. Так. Да вы задолбали, вы чё, хотите, чтобы я на вас все оружие попортил? Уйдите отсюда. Сейчас посмотрим, посмотрим. Тут 10 минут нам давалось для того, чтобы прийти за гуманитаркой. По-любому здесь будет либо огнестрел, либо что-то интересное, там цилиндры какие-то. Да идите в жопу, дайте мне залутаться. Так, сейчас, ребята, сейчас. Также я жду новых рейдеров, точнее новые задания рейдеров, потому что, ну, эти немножко подзадолбали, реально подзадолбали. Вот такое дело, я думаю... Что-то будет стоящее. Так, давай мы вот так вот оставим. Ничего интересного. Это даже брать не буду. Мы даже идем на рейд. Может, мы рейдеру что-то оставим там? Ладно, поехали. А я думал, здесь хотя бы пехаль будет. Хотя бы огнестрел. Нету пехаля. Нету так нету. Я взял с собой, ребята, 3 топора. Шутки про 3 топора уже, мне кажется, устарели. А вот что это за нос? Нос! Как оазис, только нос. Кстати, вот для него зомбарики, вы посмотрите. А чё, прикольная тема, дружище. Ты готов? Ты готов нас встретить? Я думаю, что он готов. Поехали. Ехать. Будем надеяться, что мы с него выудим что-то полезное и интересное. Фух. Не знаю почему, только что заходил к рейдеру, игра просто зависла, даже не загружалась. То есть 3 минуты прождал, ничего не происходит. Теперь, благодаря Last Day за то, что он затупил, мне придется эти 2 кусочка склевать целый час. Ну, Last Day, спасибо тебе. Поехали. Ну, хоть здесь ты, блин, загрузишься. Ну, давай. Нормально, мне уже показало... Вы видели? Здесь показалось, что у меня уже какие-то зомби пришли. То есть, как будто я что-то открывал. То есть, у меня уже репутация немножко попорчена. Я уже успел нашуметь. Что за тупость? Игра зависла, я виноват. За то, что я второй раз приехал. Капец. База вот такая вот. Ну, даже не знаю, что сказать. Будем просто лутать. Блин, ну это реально тупо. Реально, игра зависла, и мне добавилась именно вот эта штучка, смотрите, звуковая. Я даже не знаю, как ее назвать. Блин. А-а-а! А, вот видите, про что я говорю? То есть у меня уже было 3. 3 было, мне просто половинка добавилась. Офигеть, Last Day, ты что творишь, блин? А сам завис, главное. Ни с того ничего, я перезашел. О боже, это реально поистине эпический рейд. Гаси, гаси этих жирных зомбарей, тоже мне тут поприходили. Давай, гаси, гаси всех. Отдохните, ребята. Не, ну это просто жесть.
Так. Ладно. Я даже не знаю, что мне делать. Это что, реально пустая база? Да не может же быть пустая база. Вы чё? А-а-а! Можно кричать? А-а-а! Я даже ткань брать не буду, это просто... Ну реально, вот эти три штуки меня просто убили. Я ничего не делал, мне три штуки приписали. Типа я шумел. Чувак, ты что, издевайся? Конечно, я возьму кожу, потому что все равно что-то брать же надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Откуда во сколько? А чё? А чё мне приписали, что я только что шумел? Да не шумел я! Да не шумел я, идите на колья, сдохните. Ой-ой-ой, я сейчас сам сдохну об коле. Так, где мой ствол? Дайте я от них как-то оторвусь. Они быстро, черти, а? Давай их мы еще по кругу поводим. Мне просто надо немножко от них оторваться, чтобы взять ствол. Давай мы его поставим. У меня же стволы-то есть. Что это? Давай чуть-чуть. А вдруг у них еще и этого нету? Оружия. На, ты стоишь тут. Я уже без трусов, без штанов стою, точнее. Ты ж ты, блин. Он мои штаны украл, ребята. Он хочет их продать на рынке, я не знаю. В секонд-хенд отнесет трусы, штаны мои. Поношенные джинсы. Я сейчас такие новые джинсы продаются, реально, как будто их кто-то носил до нас. Затертые, потертые. Блин, ну это что-то попахивает... Ой-ой-ой. Ну давай хоть жрачки наберем. Так, никого нету. Давай бинты возьмем. Так, что я там бинты использую? О, семена! Вот что-что, а семена я возьму. Может, у меня семенами бока. Чисто за жрачкой пришел. Слушайте. Это рейд за жрачкой. Если честно, вот эта птичка, она так крутая. Ну, я бы такой, что даже семена бы взял. Хотя это покажется как-то тупо, но со стороны. Ой, эта штука ж моя. А, мы ж можем... Подожди, стоп. Я забыл про свой чоппер. Мы ж-то можем что-то в чоппер отнести. Так. Ну, давай отнесем. В чоппер положим. У меня в трусах. В красных труселях. Так, с какой стороны я приехал? Я уже пахну. Вонючий воблер. Вонючка. Да что там такое... Собака. Ребята, по-моему, коты уже мартуются. У меня по двору коты лазят. У вас по... Напишите в комментариях, у вас по двору коты лазят? Так, давай мы... Ну, вот семена нормально. Обожаю семена. Может, бывает, даже ради семян я только и выхожу. Захожу в Last Day, чтобы посадить эту. Реально, вот если... Не хочу обидеть Last Day, не хочу обидеть другие игры, но Last... Это как ферма. Ты сюда, блин, заходишь, знаете, там... Семена... Посадить там, дерево нарубить. Ну, блин, фермочка. Так. Ну, ладно. Вот ни брони, ни оружия не нашел. Самое интересное, что топовые сундуки были говно, да? А эти вот... Ну, тут, по идее, какие-то ресурсы должны быть. Ну, давай, может, тут руда? Может, тут... Короче, я не знаю. Тут тяжело что-то определить. Просто берем и смотрим. Смотрим на лут и надеемся на лучшее. Фу. Фу, ну давай хоть срамоту свою прикроем. Давай срамоту. Ноги. А, у меня ноги есть. И заодно бутылку выложим. Вот три бинта вообще не туда и не сюда, да? Мне кажется, тут вообще подстава. Ну вот реально, ну никто так базы не строит. Это бот. Базы так никто не строит. Так, а нам же ж надо будет рейдерам отдавать. Какую-то фигню. Ну что мы дадим? Болты рейдерам. Что мы еще дадим? Ну тут мы это сейчас потратим. Оружие, мне кажется, даже стоит выложить. Ну, смотри, пока что. Давай вот так вот. Это бот, по-любому. Кто там строит? Что вот и люди так строят все прям рядышком? Фигня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну давай мы уже два этих пистолета убьем, чтобы у нас ничего не было. Ой-ой-ой-ой-ой. Да не бейте вы меня. Ой-ой-ой-ой-ой, реально? Что вы творите? Чуть не завалили. А ну пошли отсюда. Они еще жирные. Слушайте, три пухляша. После этих трех пухляшей уже придет этот. Громила. Но...
Давай, давай. Давай, сейчас как раз бинты поставим. Давай, пши. Пукалка. Ну реально, пистолет это такая пукалка. Пукалка еще та. Так, что нам туда? Бинты засунем. О, все, пистолет слился. Ну, то есть нам уже вот так вот. Давай их подхованем. Так, что мы... Наверное, мне кажется, стоит жрачкой все забить, потому что вдруг мы сейчас будем пятами кивать, хоть еда останется. Не надо вот эта проволока, ничего не надо. Этого у меня очень много всего. Даже не знаю, куда его... Ну, как бы можно и слиток взять. С другой стороны, ну что я буду с ним делать? Короче, мусор тут ни о чем. Так. А я не помню, где у нас было что-то тут. Тут было? Не, не тут было. Где-то жрачка у нас была. О! Значит, давай мы хоть еды наберем. Чисто за едой сходил, слушайте, реально. Пошел за едой. Не рейд, а еда. Я, честно, даже бутылки, наверное, выложу. Вот так вот. Нафиг мне эти бутылки понахожу. Вот так вот. За жрачкой пошел. Знаете, как люди там в магазин ходят за едой, а воблер пошел в рейд за жрачкой. Так, что мы еще, где мы еще откроем? Ну, давай где-то вот здесь вот. Ну, тут, мне кажется, тут руда, руда будет. То есть, если что-то интересное, то здесь должно быть, наверное. Ну, по логике вещей. А вы можете написать в комментариях, где надо было открывать нормально. О, типа оружие. Так фигня это все. Фигня, фигня. Поношенное оружие. Я бы даже сказал. Ну, все ящики, конечно, навряд ли я смогу открыть. О! Офигеть! Просто прелестно! Хоть броньку, блин, взял, хоть броньку отобью. Слушайте, хоть броня будет, а? Типа броню не потратил. Зато же я ж в бункере сколько всего просрал-то. То есть это-то не считается. А в локациях, пока ходил, эти сундуки открывал. Тоже ж не считается. Давай мы его так вот перетащим. Блин, еще один от какой-то придется открыть. Хотелось бы еще побольше пооткрывать, честно, хотелось бы. Если тут, ну, тут все мы открыли, что тут можно еще открыть? Ну вот тут какие-то типа пластины будут, да? Сколько у нас слотов свободно? Давай мы как-то расширим. Изоленты у меня дома хоть жопой жуй. Берешь изоленту и жопой жуешь. Вы представьте, как ее много. Так. Пошел за жрачкой. Не рай, а жрачка. Пошел покушать. Ну да, дома можно ничего не садить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пришел громила. Все, сваливаем. Ну такое. Такое, черти шо. Я бы сказал, это рейд черти что, потому что, ну, жрачки набрал, ну, ткань. То есть самое ценное в рейде, это какие-то там детали для чопера, там, цилиндры, ключи, металлические пластины, какая-то такая руда необычная. Такой, сходил за жрачкой, реально, ребята, сходил за едой. Ой, кстати, давайте мы сейчас заедем к дядюшке. И там посмотрим, что он даст нам в сундуке. Потому что я ему там все задания выполнил. И я думаю, что у него будет что-то интересное. По-любому должно что-то быть интересное. Все, пропал. Да. А что, бенз кончился? И что, и что мне делать? Давай бежать будем. Что, бенз по дороге кончился, энергия кончилась. Слушайте, вот это на подсосах прям. Давай глянем, что тут нам дадут. Воинский комплект, нам говорится, тихая обитель. Как говорится, ой, чопер притолкал, слушай. Пошли уже. Давай посмотрим, что он нам тут в сундуке подготовил. Видите, сундук не открывал, не смотрел. Для вас, ребята, ждал. Опа, да даже у дядюшки, блин, лут круче, чем здесь. Здесь хотя бы вот эта пластина есть. Ясно. Ну что ж, дорогие друзья, такой вот у нас получился рейд. Что сейчас от нас захотят эти крохоборы, рейдеры? Сейчас увидим, конечно же. Я бы им кожу, может, отдал бы. М?
Притолкал, смотрите. Да, сзади пыль стоит столбом. Так, что эти болтусы захотят? Давай мы им что-то сплавим. Я даже не знаю, что им сплавить, честно. Я не знаю, что им сплавить. Так, оружие. Засунь. Слушай, чувак, сейчас я как засуну. Вот давай вот эти болты продадим. Это как раз нам для следующего рейда понадобится. Это еда просто отстой. Так, болты давай тоже засунем. Ну, детали, ну пусть остаются. Давай кожу мы им одну отдадим. Неплохой навар, можешь, когда хочешь. Слушай, а может мы им что-то другое сплавим? Ну, жалко, жалко ж отдавать. Я жадный. Набрал кучу разной фигни, сейчас подойдут к ним и постараюсь сплавить. Смотрите, что тут всякие пилы взял. Оно не ему сработает. Смотри, сколько. Мусор. Мусор, а ну бак. Это шутка. Вот гад, а ну вот этот. А ну тарелку спутниковую. Блин, не катит. Не ведутся гады. Ладно, что мы им тогда заменим? Давай мы им вот так вот. О, смотрите, в принципе, всего лишь 20 кожи. А остальное я смог сплавить. Ну что ж, дорогие друзья, такой вот у нас получился рейд. Теперь у меня репутация 10. 10! Ху-ху-ху! Из 200! И неважно, какая репутация фуфлов вас может ожидать на любом рейде. С вами был Воблер, оставайтесь на канале, вы у меня самые лучшие. Удачи и пока. Поделиться.